Друзья, всем привет! Вы на Флагман ТВ, с вами Артем Некрич, и сегодня мы пожаловали на обводной канал в районе села Хотяновка. За окном у нас начало марта месяца, но рыба еще пассивная, так как от спячки зимней она по-прежнему не отошла. Поэтому сегодня мы затронем одну очень интересную тему – ловля хищника в межсезонье. Погода у нас неустойчивая, каждый день меняется, то плюс, то минус, сильный ветер, дождь, снег, солнце. Поэтому на активный клев рассчитывать не приходится, но тем рыбалка и интереснее. Поэтому сейчас давайте намотаем свежий шнур и приступим к рыбалке. Бобинку с собой обязательно забираем, выбросим на мусорник. Так, шнур у нас намотан, друзья. Осталось привязать поводок из флюорокарбона, саму приманку, и можно приступать к рыбалке. Сегодня нас ожидает очень интересный день. Рыбалка будет очень трудовая. Постоянно придется перемещаться, ходить, искать рыбу, проверять наличие рыбы на дальней дистанции, на средней дистанции. У меня сегодня есть большие надежды поймать судачка. А как оно получится, посмотрим. Есть контакт, первая рыба. Я думаю, что это у нас судак. Хотя, возможно, и щука. Возможен вариант и со щукой. Сейчас посмотрим. Поклевка с самого выброса. Рыба идет ровно. Это, друзья, щучка у нас. Это у нас щучка первая. Второй заброс. Сразу поклевка. Щучка небольшая, но упирается, что тоже очень приятно. Вот она, первая малышка. Такая, грамм может на 300. Ну, поклевка была хорошая, я вам скажу. Вот она даже покоцана. У нее на бочине какой-то след. Возможно, это была щука покрупнее. Ну, рыбка со второго заброса. Четкий контакт, четкая поклевка. У меня стоит 0,21 флюр. Повезло, что она не срезала. Взяла с краюшку. Вот, хотя приманку немножко глотанула. Так что давайте ее освобождать и отпускать. Ну что, освобождаем нашу малыху от крючка. Двухдюймовый твистер с удлиненным телом. И вот такая щучка на 7 грамм атаковала приманку с самого выброса. Отпускаем красавицу. На джигрих. Ух ты. Еще не самый маленький. Я думаю, где-то может минимум ладошка будет по размеру. Вот он. Да, такой симпатичный окунек, как для зимнего времени. Обратите внимание. Приятный полосатый. Вот такой полосатик нам попался. С самого выброса произошла поклевка. С шарнира, с шарнирного монтажа я перешел на джигрих. Решил пробить дальняк и поставил палочку, грузик для джигриха 14 граммов. Плюс 2,5 дюйма съедобный твистер. Такой же, грубо говоря, как мы поймали щуку, только то было 2 дюйма, это 2,5.
Поставил я 14 грамм джигрик для того, чтобы пробивать ветер максимально далеко, потому что ветер нам в лицо, и ловить как бы не мега комфортно. Вот. И с таким монтажом приманка улетает просто за горизонт, и буквально второй подрыв на новой точке, уверенная поклевка, и вот такой полосатик у нас в активе. Продолжим нашу ловлю, возможно, он здесь стоит не один. Похоже на окунька. Да, так и есть. Опа. Как и прошлый окунь, этот клюнул у нас на джигрик. 14 граммов самого выброса. Червеобразный твистер в размере 2,5 дюйма. Поклевка с самого выброса. На выбросе глубина составляет порядка 3-4 метров, я бы так сказал. Вот, и такой окунек жадно атаковал наш твистер. Отпускаем. Друзья, многие из вас задают мне вопросы в соцсетях, в чем прелесть джигрига. Вот хотелось бы на этом заострить ваше внимание, потому как многим начинающим рыболовам это будет полезно. Оснащается этот монтаж следующим образом. К поводку из флюорокарбона мы привязываем застежку. На застежку одеваем сначала джигриговый грузик, в основном это палочки, и сверху вешаем приманку. За счет формы груза при забросе приманка выравнивается с грузилом в одну плоскость, и приманка при одном весе, допустим, с шарнирным монтажом, летит в разы дальше. Плюс при таком монтаже можно сделать такую подачу, которую ты не сделаешь при ловле на шарнирный монтаж. То есть это всевозможные равномерные проводки на небольшой глубине и так далее, где большим весом шарнирного монтажа этого не сделать. Вот. То бишь, в чем прелесть джигрига? Во-первых, дальность заброса в разы увеличивается у нас. Во-вторых, мы можем применить с джигригом такую подачу, которую не применить с другими типами монтажей. При ловле джигригом я использую следующую проводку. Приманка у нас упала на дно. Я делаю резкий подрыв вершинкой удилища и такую плавную протяжку. Делается это для чего? Грузик джигриговый у нас 14 грамм, это достаточно, это много. То бишь глубина здесь небольшая, и провести плавно и медленно такую приманку не представляется возможным, если это не волочение по дну. Мы отрываем приманку от дна, чтобы она подскочила, и дальше просто делаем плавную подтяжку. Вот на паузе рыба и атакует приманку. Мы забрасываем нашу приманку, ждем, пока она упадет на дно. Это происходит быстро, потому что груз тяжелый. Вот, и обратите внимание, резкий подброс и плавная протяжка. Подброс и плавная протяжка. Подброс и протяжка. Вот на паузе рыба и атакует приманку. Если брать в сравнение, допустим, шарнирный монтаж, здесь комфортно было бы провести, наверное, 4-5 грамм максимум. В таком случае мы можем подать приманку максимально плавно, если это шарнирный монтаж. Если же это джигриг, большой груз, нам нужно его сначала оторвать от дна и тогда уже продолжать проводку. Два окуня мы поймали на джигриг 14 граммов самого-самого выброса. Заброс получается очень дальним, я бы сказал, наверное, метров на 90, на 80 примерно. И вот самого выброса за центром обводного канала, на ракушке, на маленьких перепадах, и стоит окунек. Щучку мы сегодня поймали на шарнир на 7 грамм. Сразу со второго заброса она у нас клюнула. Окуня же пока у нас на джигриг. Сейчас еще попробуем здесь, если поклевок не будет, возможно, переедем еще на одно место.
Здесь главное долго не застаиваться на одном месте, потому что зимний спиннинг требует постоянного передвижения и поиска рыбы, подбора к ней ключика и так далее и тому подобное. Друзья, поскольку вода еще холодна и рыба достаточно пассивная, приходится искать определенные точки, места стояния рыбы. То есть на ровном, чистом дне рыба зачастую в такое время стоять не будет. Она к чему-то привязана. Если это окунь, это может быть ракушка. Судак больше тяготеет ко всяким свалам, ямам. Если в этих ямах есть крачи, то шансы на поимку судака увеличиваются в разы. Поэтому не стойте долго на одном месте. Ходите, ищите, перебирайте приманки, проводки, веса приманок, цвета, подачи, проводки и так далее. Только это может вам гарантировать успех. Обнаружив очередную точку с хорошей ямой на выбросе, я опять-таки вернулся к джигригу весом 14 грамм и к твистеру с удлиненным червеобразным телом в размере 2,5 дюйма в темном цвете. Только что произошла поклевка, и обратите внимание, приманка откусана прямо по крючок, поэтому сейчас не будем терять времени, меняем приманку и забрасываем в то же самое место. Друзья, нашли достаточно интересную точку. На выбросе очень нехилая яма. Я так думаю, что яма глубиной порядка 7-8 метров. Джигриг на выбросе немножко зависает на паузах. Яма здесь очень интересная. Была у меня одна поклевка, которую я почувствовал, не реализовал. И была еще одна рыба, еще один контакт без поклевки, когда рыба откусила приманку по крючок. Я нахожусь на данной точке уже, наверное, минут 30. Вообще так долго застаиваться не стоит, но здесь исключение, поскольку точка действительно перспективная. На фоне всех мест, где глубина там 1,5-2-2,5 метра, здесь четко выраженная яма с резкими выходами на мель. Эти выходы полностью обросшие ракушкой. Вот. И здесь рыба 100% есть. Я в этом даже не сомневаюсь. Единственное, что она неактивна и пока особо клевать не хочет. Взять с этой точки что-то не удалось. Но ничего страшного. Я думаю, что сейчас мы пройдемся немножко дальше, 50 метров. Попробуем там. Утром там ходили. Ям обнаружено не было. Но были обнаружены очень интересные ракушечные плата. То есть в таких местах очень любит стоять окунь. Сейчас пройдемся, попробуем, посмотрим, будет, не будет. В любом случае на эту точку мы вернемся, потому что она перспективная. Поймаем рыбу мы здесь или не поймаем, я не знаю. Но рыба здесь есть однозначно. Так что задерживаться не будем, вперед. Окунек. Ох, друзья, долго же мы его ждали, я вам скажу. Наверное, часа 2, не меньше. Бегали, искали.
Вот. И очередная поклевка случилась у нас уже под вечер. Окунек не крупный, но тем не менее джигрик 14 грамм. Все тот же вес я оставил. Дело в том, что ветер поднялся достаточно сильный, и я вновь перешел на джигрик недавно, 14 граммов поставил, поскольку он очень хорошо пробивает ветер, и приманка летит сквозь ветер очень далеко. Вот очередная поклевка где-то на средней дистанции примерно. Здесь глубина небольшая. Здесь есть ракушечная плата, то есть на средней дистанции есть маленькая бровочка, ну, так условно скажем, наверное, с 3 метров где-то выход может на 2 метра. И вот этот вот выход с глубины на мель весь обросший ракушкой. И как только я уперся в этот свал, сразу же последовала поклевка на паузе. Вот такой некрупный окушок заел 2,5-дюймовую приманку в заглот. Один грузик торчал джигрик изо рта. Вот. Мы долго его ждали, долго ждали вообще эту поклевку. И вот он, красавчик. Друзья, это зимняя рыбалка, здесь все не так просто. Здесь нужно постоянно перемещаться, подстраиваться под рыбу, и тогда будет вам удача. Ну что, друзья, подошла к завершению наша полудневная рыбалка. Какие выводы из этого можно сделать? Поймали мы сегодня 3 окуня и 1 щучку. Первой рыбой была щука. Она клюнула на шарнирный монтаж весом 7 грамм и на червеобразный твистер размером 2 дюйма. Все же окуни и холостые поклевки и сходы были на джигрик 14 граммов. Дело в том, что здесь на обводном канале идет расширение, и до того берега никак не добросить. Поставив 14 граммов, обнаружив нехилую яму, я поставил джигрик 14 граммов. Пройдя дальше, яма закончилась, но этот вес я не снял, я его оставил. Дело в том, что сейчас рыба стоит очень далеко от берега, и я добрасывал до фарватера, назовем его так условно, на обводном канале, до канавы, которая где-то на удалении метрах в 60, в 70 от берега. Вся рыба стояла на выбросе далеко, поэтому и приходилось применять такие веса, такие груза. Приманки мы использовали сегодня размером 2-2,5 дюйма. Работали только червеобразные твистеры. И все, больше ничего. Ни виброхвосты, ни черви, ни раки. Вообще ни одной поклевки, ни на какую другую приманку. Только твистера с прогонистым телом сегодня немножко нарулили. Улов у нас, конечно, не такой значительный. 3 окуня и щука. Но дело в том, что это конец февраля, начало марта. Рыба сейчас очень пассивная. Как я и обещал в анонсе своей передачи, я не буду рассказывать, что рыба не клюет из-за погоды или по каким-то другим факторам. Наша задача — поймать ее любой ценой. Дело в том, что скоро начинается спортивный сезон, сезон соревнований. Нужно ставить, так сказать, ставить, выравнивать руки, вновь привыкать после зимнего межсезонья к проводкам, к подачам и так далее. Вот, поэтому я считаю, что мы сегодня половили достаточно неплохо. Для этого времени на обводном канале 3 окуня и щука, ну, в принципе, это неплохо. Поэтому день у нас прошел замечательно. Поклевок мы видели, ну, я думаю, наверное, штук 7. Из них реализовали 4. Рыба мега пассивная, но тем не менее она отзывала сегодня исключительно на активные приманки. Исключительно. Вот такой вот парадокс. Рыба пассивная отзывается на активные приманки. Бывает и такое. Ключик нашей рыбе мы сегодня подобрали. Время провели замечательно. Тренировка, я считаю, прошла успешно. Так что настроение на высшем уровне. Друзья, подписывайтесь на канал Флагман ТВ, оставляйте ваши комментарии. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Задавайте, не стесняйтесь. Я с радостью на них отвечу. Ну, а с вами, как всегда, был Артем Некрич. Передача «Современный спиннинг». И до встречи на соревнованиях.